І в осінню пору подивитися на море миколаївці мають змогу у міському палаці культури і мистецтв. Там до Міжнародного дня Чорного моря відкрилася 10-та ювілейна екологічна виставка. У виставці взяли участь 24 фотографи та 5 художників. Загалом у експозиції представлено 70 робіт. На них миколаївські митці відтворили красу Чорного моря та намагаються привернути увагу відвідувачів до екологічних проблем в Україні. Если молодые люди, которые приходят на нашу выставку, задумываются о том, что надо беречь море, это наш общий дом, дорожить им, соблюдать элементарные правила чистоты и не мусорить. Если задумываются над этим, уже наша выставка просто так даром не прошла. Экологическое мероприятие мы проводим совместно с патронатом комиссии экологии и спорта Национального олимпийского комитета Украины. И мы решили, что эта тема важна для нас всех, для Украины, для Николаева. Выставка объединила как досвідчених митців, так и початківців. Молодые таланты також мали змогу проявить себя. Для меня это первая выставка. Здесь есть одна моя работа. У меня маленькая девочка сидит в море. Что-то там играется в воде. А наймолодшей участницей выставки Анастасии Фостовець лише 11. Проте девчина занимается фотографией уже 2 года. Розповідає, что с детства мечтала стать фотографом. Анастасия впевнено крокує до своей мети. Я рад, что участвую в этой выставке. И надеюсь, что буду еще принимать участие. Здесь каждый может показать свой талант и проявить себя. Екологічна виставка експонуватиметься до 12 листопада у міському палаці культури і мистецтв. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.